Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру What the Gen. Поймай курицу, если сможешь. Я думаю, что мы сможем поймать. Открываем сундук. 68 монет. Розалинда. Так, Янси. Телепопка. И Ольга, воровка сердец. Так, следующий с тобой на активацию поставим. Пускай он потихонечку будет открываться. Ну что, друзья мои, 141 миссия. Смотрим. Ух ты. Ого-го. Так, я сейчас сравню свои силы. У него тоже есть яд. Так, у меня есть стрелок 4 уровня. Так, если он взрывается, он переманивает всех персонажей на свою сторону, да, насколько я помню. Не хотелось бы. И какой-то тут, я не знаю, это медведь или крыса. Что это за вообще за персонаж такой? Но у него нет заклинаний. А, нет, есть яд у него. Что-то я... У него яд. Ну, давай посмотрим, что у нас из этого получится. Так, яд. Наверное, сюда сбросим с тобой. Вот-в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 от
Так, если я вызову стрелка, что из этого получится? Давай попробуем, посмотрим. Куда он побежал-то, эй? Так, а вот, ребята, и... Что это такое? О! Отлично, отлично, ребята. По-моему, ему крышка. Он бросил яд, и, как ты видишь, мой чувачок набрал только ярости от этого, пробежавшись по яду. Так, 20 опыта и карта бандитская Гретта. Умножать ничего не будем, следующий сразу же, да? Берем уровень 142. Так, смотри. Бегун, бегун. Два бегуна. Плюс стрелок. Кузнец. Так, яд. Яд, мне кажется, здесь будет только во вред мне. Хотя... Хотя это не факт. Так, ну что, здесь уже реальный персонаж. Не какой-то там тебе бот. Нет, ну бот, но играет он. Должен заря... Тихо, 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 роднули. Давай-ка без фокусов, а? Да, конечно, ага. Держи карман шире. Ну и все, судя по всему, друзья. Потерял инициативу, как говорится, и получи по полной программе. Вот чем кузнец мне нравится, когда выпускаешь нашего Рози. Так, дымчатая попка. Почему они так называют попка, а? Кто мне объяснит? Дымчатая, разноцветная. 143 уровень. Так, здесь. Ой-ой-ой-ой. Это та же самая магичка, которую, может быть, сменить противника. Нет, попробуем пока вначале сами сыграть. Да, по земле пускает волну. То есть нам здесь, наверное... Блин, тут у него еще курица эта противная. Яд. Ядом, естественно, он будет бомбить мне стрелка. Это 100%. Как пить дать? Старичок. Ну, старичка тоже надо будет, ребята, через яд пропускать. Давай проверим. Так, курицу сразу накрыли, да? Медным тазом. Ай-яй-яй-яй-яй. Он вызвал, ребята. Травим. Блин, а у этой защиты, оказывается. У-ху-ху-ху-ху. Ну, курятина, на тебе. Слушай, он не применяет яд. Очень удивительно. Очень, ребята, удивительно. Так, я не понял, это что, контратака, что ли, такая была? Или как это можно назвать? Вот она, эта магичка. Но он не успел воспользоваться ей. Он ей не успел воспользоваться. А вот курятина, ребята. Противная. Слушай, похоже, все, ему крышка. Он ничего здесь не может делать. Мы его прижучили. И победили. Круто. Так, сундучок. Ох ты, 583 монеты. Хороший такой бонус. А приумножить можно? Можно.
Смотри, 3000 у меня. Секундочку. А, тут нужно 4000, понял. Вопрос исчерпан. Так, ну что, 44-я миссия, смотрим. Молния, бегун. Так. Интересно. Блин, молния, конечно, меня расстраивает здесь. Смотрим. Ага. Что-то растерялся, блин, кого взять, думаю. Попробуем так сделать. Вот жучара. Пока как бы такой вариантик сделаем. Ха, лучница отдуплилась. Молния, не забывайте, что у него есть молния, ребят. Что там еще, взрыв, что ли? Будем стрелять издалека. О, применил. Еще ведь подловил же меня, да, в нужный момент. Че он там, ничего не делает. Ё-моё, ну. Отлично. Так-так-так-так-так, вызывай давай зомби. Стрелка позвал. Он позвал, ребята, стрелка. Так, похоже, тут крантарики, ребята, сейчас будут. Все. Потерял, роднулька, преимущество. Получи, как говорится, в нос. И зим. Вот кого мы с тобой победили. Опыт и сторожевой голос. Так, сторожевой голос нас не интересует, это арбалетчик. А вот 145-я миссия. Так, Бубба, алкоголикс, пламя и шаман. И шаман у него здесь. То есть получается, что идет Бубба, сзади будет шаман. Алкоголикс будет его хилять. Это говорит только об одном, что нам сложность. Перевес идет к нему, да, все-таки к победе. Ладно, это говорит о том, что нам нужно с тобой вот этого танка уничтожить в первую очередь. И как можно быстрее. Он 15 уровня, в принципе, не такой уж и жирный. Если наш Рози постарается, он его, в принципе, заклепает. Но уровень 4, у него Рози 5 уровня. Так, зря я так сделал. Не, нормально, справились. Так, стрелки нам тут не нужны, ясен перец. Ага, шаман отдуплился. Ну все, ребят, по-моему, он теряет преимущество. У него есть пламя, об этом тоже не забываем. Я сейчас вызову стрелка еще. Помощь к нам. Ага. Прочухал, потратил пламя, все. Радинатор готов. Быстро тут как-то мы с ним справились, если честно. Я думал, придется повозиться немножко, но нет. Бумзи и наивный Бубба. Поехали дальше. Идем пока ровно. Да чтоб тебе. Принцесса Лизбет, что она делает? Часто оглушит ученого противника. Замедлит и ударит всех противников вблизи каждую четвертую атаку. Что-то новенькое какое-то. Я такого, ребят, не видел. Плюс у него есть заморозка. Плюс танк, которого фиг пробьешь, да? Плюс дальние атаки. Ты смотри-ка, он, короче, выпускает этого первым. Берет дальников. Плюс еще с переманиловкой, естественно. И это, значит, яд нам здесь зайдет. Яд нам зайдет, а лучше, конечно, взять бы еще молнию сюда. Ну, посмотрим, вот этого надо хламона бомбить. Он у нас имеет массовую атаку, соответственно. Все, кто его будет бомбить, он будет уничтожать их. Сейчас будем проверять, насколько хорошо это все работает. Я жду на пульсе. Так, окей, окей. В принципе, что я хотел, то я и сделал. Блин, жалко, Рози сейчас погибнет. Да, 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 да. А вот, ребята, и пушкарик вышел. Блин, ты посмотри, 9 уровень. Ё-моё. Сейчас начнется расколбас. Это говорит... Воу-воу-воу. Это говорит только об одном, ребят, срочно пушкаря вызываем. Яд он сейчас будет делать, наверное. Заморозку сделал. Так, хлыща этого бомбануть надо. Опять. Опять вызвал этого говнюка.
У него же... А, у него заморозка. Да-да-да, у него заморозка, ребята. Так. Давай-давай эту принцессу. Есть. Яд. Да все, крышка ему. Точнее, ей. Да без разницы, ему ей. Главное, победа. 6 монет. Так, опыт. И куранок обыкновенный. 147-я миссия. Быстро мы с тобой двигаемся. Так, Васио. Ярость у него есть. Бегуны, ярость бегуны и дедули, да? Да. Через ярость, если он, конечно, будет здесь делать, это будет плохо для меня. Попробуем. Так, подожди, подожди. А, какая? Отлично. Так, ну что, здесь? Да ну! Трэш, ребята, не вышел фокус, да? Мой фокус тут не получился. Задавил бегунами, короче, одними. Ладно, у нас тоже есть бегуны. Так что, ребята, расстраиваться я здесь особо не буду. Так, стрелок нам здесь не понадобится. Нам понадобится пиратка. Нам понадобится что? Что нам еще понадобится? Танк, бесполезняк. О, а что я думаю, у нас же есть. Хотя, брать легу. Вон же кто у нас есть, красавчик наш. Кстати, мы уже можем прокачать его. Отлично. 16 уровень. Бегун. Пиратка. И шаман. Сюда. Прокачиваем. 6 уровень. Теперь остается посмотреть, сможем ли мы справиться. У него есть заклинание ярость. Заклинание. Блин, мне вот этот дед бесит. Противный. Противный дед. Давай так сделаем тогда уж. Ну, вот и все. Ярость он активировал. Ну давай, давай, давай. Окей, допустим. Давайте возьмем шамана. Слушай, мне бы яд взять, ребят. Яд нужен. Вот то, что он бубу взял, это не есть гуд. Да ты заколебал, старый хрыч, блин. Я только из-за этого дебила, блин, проигрываю, потому что он переманивает всех моих бойцов, блин. Давай нафиг травить его. Достал он там, хмырь этот болотный. Да, по-моему, уже поздняк, ребят, там что-то делать. Опять он вызвал этого старика. Блин, с одной заклинахой не получается, ребята, у меня здесь. Ни шиша не получается. Еще творит старый хмырь этот. Моя пиратка прорывается. Блин. Ну вот, вот тебе и результат. Ладно, сейчас яд дождемся, и будет все у нас окей. Так, яд уже, в принципе, ребят, готов. Травим этого хмыря. Отлично. Так, давай. Старикашку позвал? Вот и все. Вот и доигрался. Все, 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 все. Теперь уже ничего не сделает. Этот хмырь старик тут намного лучше действует, чем некромант в Summoner Storm. Тут переманивает вообще капитально. Так, ну что, двигаемся дальше. Рабовладелец. Так, 148-я миссия.
Здесь-то что? Опять этот алкоголик, а? С, тут какая-то непонятная команда. Ну, я, ребят, пока менять ничего не хочу. Да и не нужно, мне кажется. Хотя... Поехали, сделаем с тобой так. Да ты запарил опять этот хмырь, а? Ну? Яд влепил, да? Ну и что мы будем делать, блин, теперь? Слушай, он запарил, а? Короче, тут меня разнесли. Возьмем с тобой дополнительную магию. Достал он меня. Так, здесь не актуально будет, наверное, брать нам. Кого не актуально? Грома? Сейчас что-нибудь придумаем. Пускай не радуется там слишком сильно. Где мои заклинания все? Блин, на самом верху, что ли, получается? Так, вот они. Вот, возьмем с тобой, наверное. Я даже не знаю, да, блин. Как лучше-то сделать? Наверное, вот так все-таки. Ну что, поехали. Так, молния есть, да? Если что, можем сразу их там нахлобучить всем отрядом. Пускай... Ой, не то делаю. Так, вызывает, да? О, старикашечка не выдержал атаки. Так, молнию, ребята, ждем молнию на подхвате. Да походу все, доигрался паренек. Получается, что так. Просто инициативу, ребят, перебили и все. Просто перехватили инициативу. Опа, 608 монет, шикарно. И Розалинда. 149-я миссия. Смотрим, что здесь у нас. Молния. В принципе, ребят, такая команда. А, нет, секундочку, у него стрелок. Давай проверим. У него стрелок, да? Но у нас есть яд, есть заклинание. Именно шторм. Что-то я затупил. Сижу и думаю, кого тут выставить. Смотрим, ребят. Я больше уверен, сейчас будет вызывать кого-нибудь. Да-да-да, он вызвал стрелка, но мы ему не дали шанса даже. Так, а это сможем подбить молнией? Не хватило, да? Чуть-чуть не хватает. Что получается? Пока все нормально получается. Так, он вызвал этого деда. Опять переманивать будет сейчас, а? Опять будет переманивать. Слушай, мне не хватает молнии или заклинашки какой-нибудь в конце-то концов. Давай, 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 давай. Стрелок, что ли, там уже наяривает? Точно. Минус это все. Трихомудию. Так, молния созревает. Ждем, ребята, ждем молнии. Все. Промяли. Промяли мы этих ребятулек. Ха. Вот так вот будет с каждым. 6 монет. Так, это не интересует меня. И куранок тоже как-то не особо интересует. Двигаемся дальше, смотрим, что у нас. 150-я миссия. Последняя, да, на сегодня? Так, 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 так. Бегуны. Лучница. Крот. Попробуем.
Так, ну, естественно, танка будем вызывать, потому что это бумзи. Нам устроит такой бумзи. Проверочка, проверочка, ребята. Так, вот, мне кажется, хотя, подожди. Сделаем, наверное, вот так вот. Да? Будет оптимал. А он думает, что молния его спасет. Хотя она может ему помочь немножко. Чуть-чуть. Что ты там вызываешь, какие-то хламонов? Это вот плохо. Так. Что, сейчас вызывает танка он, да? Вот этот вот бесявый чувак. Вот просто бесявый. Два шамана. Давай дедулю цветочного. А, все, 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 все. Одолели. Так, хороший сундук. Ну, так себе. Буря и паучья попка. Ладно. Ну что, ребят, мы с вами переходим дальше. Ну, естественно, драться уже будем в следующей серии. Ох ты, этой леги я еще не видел. Что это за цветочный? Какой-то незнайка, ё-моё. Да и компания тут нас ждет такая бодрая. Так, у него 8 уровня, а у нас 16. Слушай, дай я поиграю, я все-таки хочу, ребят, посмотреть. Вот прям вот, что вот это за лего такая? Прям вот Рагмен, Рагмет. А вот кто против нас? Что он там? Ага, стрелок. Сразу, да? Опа. Нежданчик такой, да, для него. Цветочный дед, это плохо. Чтобы было пусто ему. Вот, 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 ребята. Фея, блин, вот что она делает, я не знаю. Или кто это? Что делает она? Хиляет? Она хиляет. Она хиляет. Ё-моё, Бубу позвал, ты прикинь? Не, не Буба, это как его звать-то? Ну, в той игре его звать Громом. Ладно, давай проверим и мы тогда, на что наш Гром здесь будет способен. Блин, ты да запарил ты со своим стрелком. В моих интересах, естественно, ребята, его сейчас уничтожить. Вот таким вот образом. И я думаю, что все. Приплыл этот Рагмет. Да-да-да-да. В общем, фея так себе. Хиляет, быстро двигается. А по факту салага. Друид алкоголикс. Так, ну что, друзья мои, давайте, наверное, будем закругляться или как? Или пойдем до 155 уровня. Так, что это у нас тут? Ага, спасибо за монетки. Победи героев. Трындец, сколько мне еще тут побеждать? Кастомизируй своего призывателя. Вот как его кастомизировать, своего призывателя? Вот объясни мне. Выиграйте клановый сундук. Достигните уровня 50-го. Угу, я 9-го еще только. Закончи миссию 399. Достигни Лиги Арены 2. Войти в... Ну, это все остальное сделано. Ладно, фиг с ним, уговорили. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух, это что еще такое? Что за бабка? Такс. Я не знаю, ребят, что тут ожидать. Ха. Что-то новенькое. Бабка какая-то. Откуда они вообще их берут, блин, эти леги? Давай, погнали. Че он там? Куронога этого вызывает. Траем, 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 траем. Угу. Цветочный дед, отдуплись. Так, вот она, эта бабка. Ребята, я не знаю, что он там делает. Шаманит что-то. Как я погляжу. Что-то шаманило.
Опять этот куранок. Фигня это, курица. Так, эту нормуль. Ну все, все, прожали мы его. А Рэй проиграет. И, ребята, мы с вами двигаемся дальше. Так, 6 монет. Опыт, это все понятно. И молниеносная буря опять же. Так, а у нас с тобой, кстати, финансов-то, по-моему, хватает, да? На прокачку. Блин, не успел. О, механический дракон. Плюс скоростная команда. Этот еще со своими яйцами, блин. Вот главный противник для меня. Блин, тут у него нет заклинаний, поэтому, друзья, здесь, наверное, придется взять стрелка. А вместо кого? Вместо Бубы? Ой, почему я называю Буба его? Скажи мне, это жираф. Стрелок здесь необходим просто, ребят. Просто необходим. Шамана могу прокачать, прикинь. Наверное, все-таки я заменю молнию. Я заменю молнию и поставлю нашего стрелка дальнобойного, вот этого вот, Полли. И надеюсь, что все у нас получится. Поехали. Блин, вот это вот противная, конечно, гадина. И этот со своими яйцами. Он когда погибает, 3 яйца, по-моему, да? Выбрасывает. Ох ты, ух ты, ух ты, ух ты, сразу же, ты посмотри. Так, вот это вот надо уничтожать. Так, что у нас там? Вот-вот-вот, вот об этом я тебе говорил. Ну, нормуль. А вот, ребята, и робот идет этот, охламон. А, он еще и старикашку этого, блин, выпустил. Ну... Этот оглушает, что ли, роботех? Да, он оглушает, ребят. Ага. Шамана. Слушай, хмырь этот старый, он достал уже, серьезно тебе говорю. Блин, наши же против нас. Что-то происходит. Робота уничтожили. Поехали. Чтобы им пусто было. Опять он вызвал, да? Здесь нам уже стрелок необходим. И, естественно, цветочный дед. По-моему, я сфейлился здесь. Может быть, я... Блин, вот этот вот робот бесит меня просто. Да все, ребята, проиграем. Проиграл я. Выходим. Бесевый роботек, блин. Кто-то нам тут статистику портит. Я не вызывал вот этого, поэтому можно, наверное, заменить нам его. Допустим, на молнию. Поехали. Надо было, наверное, прокачать. Ладно, и так сгодится пока. Он сразу выпускает этого. Так, хорош. Вот он. Явился, не запылился этот роботека. И сразу хмыреныш это начинает бомбить, поэтому делаем так. Окей. Так, теперь бы нам бы не помешало бы, наверное, с тобой стрелка бы взять. Ну! Ну, стрелок, ну выходи ты, ёк-макарёк, блин. Так, дедуль, давай. Так, эту фею надо теперь бомбить, которая там пуляется. Ага. Ага. Сразу же чувачок взгрустнул, да, я смотрю. Так, давай, дед, выходи. Старикан опять этот выжил, блин. А мы его уничтожили, да? Все, тогда нормуль. Джелиус.
Все. Джулис. Джулис профукал. Фу. Так, хорошо, что дали денежку. Мы их примножим. И бандитская Гретта. Так, у нас с тобой почти 7000 монет. Подожди, подожди, подожди. Не надо пока никуда нам рыпаться здесь. 7000 монет. Я могу прокачать кислотную нашу обезьяну. Так, ага, можно и здесь даже. Опа. Шикарно. Ну что, оставляем пока такую команду, да? Кто там у нас противником будет? Давай посмотрим. Скорее всего, да, оставляем такую команду. Секундочку. Яд. И ярость. Яд и ярость. У нас кислота и молния. Да, у него небольшое, как сказать, преимущество, что ли. Давай вот так вот сделаем. Окей. Будет активировать ярость? Так, нам нужен с тобой стрелок. Он просто необходим. Да-да-да, вот именно вот для этих целей, ребят. А-а-а, жук, он меня, ребята, он перехитрил. Ты прикинь, что он сделал? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это вот, ребята, фигово. Еще и ярость активировал, прикинь. Ну что, что мне тут поможет? Шаман? Танка, танка надо вызывать. Я не совсем уверен, что здесь мне что-то поможет уже, ребят. Да почему это-то не нравится, блин? Что, мимо, что ли? Ладно, проиграл, короче, здесь. Молния, молния, молния. Блин, все хорошо. Что против танка сделать? Кто против танка у нас будет хорошо здесь и эффективно бороться? Ну, шаман явно нет. Шаман явно нет. Вот этот парень, кстати, очень хорош. Против как раз молотобойщика этого, кузнеца. Вот его и поставим. Вот его и поставим. Как раз он ударит, этот будет в гневе, но он опять же вызывает сразу кузнеца и этого, да? А мы с тобой сделаем немножко по-другому. Мы вызовем танка и яд. Да-да-да, этот тоже должен накрыться, по идее. Сейчас проверим. Пока рано нам применять. Вот, вот она вышла. Посмотрим, как молния, кстати, работает. Ты, блин, сейчас серьезно? Так, Полли. Ты нам тут необходим, как, я не знаю, как манна небесная. Давай, появляйся. Трындец, а он яд сразу выпускает. Он сразу же, ребята, выпускает яд. И ярость активирует. Блин, да что же не так-то, а? Что не так? Что не так я делаю? Как, блин, тут... Яд у него, он выпускает яд, да, против моего стрелка. Сразу же причем вызывает. Сразу же вызывает яд. Взять еще пламя. Вместо стрелка. И прокачать его. Погнали, попробуем такую комбинацию. Раз он там ярости всякие стоит и тому подобное, будем с тобой бороться вот таким вот способом. Поехали. Промахнулся огнем. Жесть какая-то, промахнуться огнем. Поехали. Интересно, когда он будет применять яд и против кого, если вообще он будет применять?
Так, секунду. Я жду эту охламонку, которая сейчас должна появиться с секунды на секунду. Блин, ну молния бесполезна против нее. Только пламя. Но я теряю преимущество. Молния вообще здесь неэффективна. Значит, молнию убираем. Молнию убираем, вместо нее ставим... стрелка. Но он же на стрелка тратит яд. Давай посмотрим, что вообще мы можем с тобой здесь выставить. Блин, я даже не знаю. Вот серьезно говорю, что-то у меня немножко... Может быть, эту взять? Я не знаю, насколько она здесь будет хороша и эффективна, но проверить, я думаю, стоит. Поехали. Так, проверим. Так, этот не отдуплился, к сожалению. Угу, призвал, да? Да призывался. Ну чё, где там твоя ярость-то? Вот так вот. Потратил он яд, друзья мои. А чё я радуюсь, я же не взял этого. Стрелка-то не стал брать. Бумзи. Так, подожди, фея. Нафиг ее с поля. А, это выжило. Да ну. Опять что ли неудачно получается все у нас? Окей. Опять врубает свою ярость. Там кузнец, это не страшно. Опять, да? Жарим. Давай, заваливай, отлично. А вот теперь посмотрим, что он там будет делать. Ага. Все. Прожали, да, прожали. Но не сразу, потратили, ребят, немало с тобой времени, сил, усилий. 155-я миссия. Так, взял легендарку одну. Причем довольно такую противную легендарку он взял. Кузнец, яд. Ну тут нам стрелок уже понадобится. Как ни крути. Заклинаний нету, это хорошо, это уже радует. Так что давай возьмем с тобой нашего стрелка. Именно Полли. Вот он. Мне кажется, что вот этот тоже нам здесь не пригодится. Неэффективен он будет. Нам больше нужно именно дальнобойных атак. Дальнобойных. Хотя, подожди, у него же там будет танк или нет? Да, у него кузнец. Нет, все равно нужно больше дальних атак. У нас хотя бы... Ну, посмотрим, давай. Посмотрим сейчас, как у нас пойдет это дело. Это вот бесявая, конечно, фиговина. Ага, вызвал все-таки эту курятину, да? Блин, я думал, что курица отдуплится, ребят, на самом деле. Полли. Ах ты, жук ты навозный. Ты смотри, что сделал. Тогда бумзи вызываем. Ну.
Значит, яд, да? Чмошник применил. Я все время забываю, что вот эта карта — это яд. Я все время думаю, что это как-то призывная обезьяна. Да ну, не может быть, должен справиться, ребят. Вон он тут, курятник бежит, летит. Давай, 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 отдупляйся. А вот теперь он вызвал этого охламона. Смотри, яд сейчас применит, да? Чуть-чуть опять неправильно я сделал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что ж ты так делаешь-то, а? Немножко неправильно мы сделали. А чё он погиб? А, он был отравлен. Он был отравлен, да? Ну давай попробуем еще раз. Да не то это все, совсем не то, ребят, ну... Ты будешь бомбить там или нет сегодня? Что-то у вас тут дофига, ребят, вам не кажется? Он достанет меня вот этой курицей. Короче, ребят, курятину эту нужно уничтожить. Я говорил же, больше нужно дальних атак. Больше, но он одним ядом может всех уничтожить. Понимаешь, в чем проблема? Давай я вот так, наверное, сделаю все-таки. Кузнец, да, у него там будет идти, идти, идти до посинения. И тогда сделаем еще с тобой. Тоже вот так вот возьмем вместо вот этого. Посмотрим, что у нас получится из этого. Танк плюс... Блин, танк плюс... Танк плюс что? Плюс вот это вот. Так, курятина идет. Так, пиратка, давай, 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 давай. Отлично. Еще пиратинку возьмем. Закалить этого. Так, и нам нужно тоже с собой взять Амара, так сказать. Да что ты? Что он делает, я не понимаю. Что он сделал сейчас в данный момент? Окей, допустим. Он яд ведь потратил, ребят. По-моему, тратил он яд. И... Вы, блин, сейчас серьезно? Цветочный дед, ты мне... Да как он там поможет мне тут, цветочный дед? Как же? Он инициативу взял. Он взял инициативу, ребят. Смотри, что творит, а? Гаденыш. Подожди, не то, не то, не то, не то. Я вообще не вижу никаких, ребят, тут проблем с прохождением. Что не так? Где мы с тобой делаем ошибку? Можем, в принципе, взять скоростную команду с тобой. В принципе. Так, яд. Применяем сразу же. Цветочный дед отдуплился. Это хорошо, что он отдуплился, ребят. Пиратка, как она тут медленно бьет, а? Ну, ты посмотри, вон он Амара своего позвал. То есть, если я сейчас призову Амара, сейчас одним ударом всех накроет. Хотя нет, не всех он накрыл. О, курятина выявилась.
Он применяет яд. Если я вызываю Полли, что мне дает Полли? Блин, нифига мне Полли не дает. Он курицу за курицу вызывает. Давай так сделаем. Ага. Кузнец минус. Курица минус. Ну, пиратка, ну господи, ну ты тугодумка такая, а. Омар, главное, чтобы не дошел до нас. Главное, чтобы не дошел до нас этот омар. И тогда все. Я офигею. Омар не дошел. Красота. Ну да беги ты, а. Погнали. Давай, 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 курятина, сдохни. До цветочного деда, конечно, не дошло, да, дело. Так, допустим. Пиратка, блин. Может быть, из-за пиратки мы фейлимся, а? Видишь, уничтожает ее очень быстро. Да ты заколебался своим ядом. Чепушила несчастная. Выпускает все время свой яд, а? Пиратка, блин, пиратка. Нет, ребята, возьмем вместо пиратки. Ой, твою налево, вместо пиратки я хотел взять шамана. Вот что я хотел взять. Так, попробуем сделать вот таким вот образом. Давай, давай, цветочного деда накрывай. Нет, блин, цветочный дед у него вы... Естественно, сейчас будет яд. Без него никуда. Видишь? Видишь, что он применяет? А у меня яд в откате. У меня яд в откате, да? Что тогда здесь сделать? Вместо пиратки кого можно взять? Ничтожного Джоуи или вот это вот? Как ты думаешь? Или замедляшку? Замедляшку. Слушай, а чё, как вариантик? Попробуем. 155-я миссия. Всегда вот на ровных этих, ребята, фигня получается. Про яд я все время забываю про его яд. Вот дилемма. Да не особо-то я вижу, что тут замедляшка-то срабатывала. Давай эту курятину с тобой уничтожим. Так, цветочный дед. Цветочный дед, как всегда, выжил. Ну что, омара позовем или как? Так, пускай он будет замедленным. Да куда ж ты бьешь-то, господи? Вот, видишь, что он делает? А мы замедлим эту командочку с тобой. Плюс призовем стрелка. И ты думаешь, это мне как-то поможет? А если вот так вот?
Блин. Трэш. Замедляха мне здесь не помогает. Просто не знаю. Ладно, сейчас все равно найдем подход, ребят. Тройное яйцо это, которое бежит и потом еще своих идиотов выпускает. Бесит меня. Этого взять. Бред. Лучницу. Бред, мне кажется. Бубу, может быть, еще. Ну, как вариант, ребята. Он, по крайней мере, такой крепкий. И не должны они его сразу как бы подбить. Ну и к тому же, он, я думаю, что он будет посильнее, чем этот Амар. Наверное. Проверим. Что-то курятина, да? Естественно, курятина, ребят. Так, ну что, вызываем Бубу. Он должен тут наяривать, будь здоров, по идее. По логике вещей. Если он, конечно, сейчас травить не будет здесь всех. Буба то, что стоит, блин. Еле-еле там что-то делает. Ну что ты там яд-то свой не применяешь? Ты же должен, по идее, яд свой применить. А, применил. Но Бубу не так легко спалить ядом. Не забываем об этом. Слушай-ка, по-моему, тут, друзья мои, трындец ему приснился. Против двух пушкарей. Даже не знаю, что ему здесь поможет. Наверное, уже ничего. Да, он допрыгался, Итачи. Фигов, наконец-то я его прошел. Почему я называю опять его Буба? Раф, это Раф. Орк, которого звать Рафом. Почти ничтожный Джоу и сторожевой глаз. Ну что, ребята, я взял 155-й барьер. Дон Жуан, блин. Я бы этому Дон Жуану сейчас показал бы, где раки зимуют, но это уже будем делать в следующей серии. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.